Всем привет! Сейчас я сделаю обзор на наших солдатиков. Это солдатики старые. А с кем ты поделишь? Вот такие вот они. Тут, по-моему, два. Слушай, Сань, а у нас. А, нет, смотри, они разные. Один в шинели, а второй вот так вот с автоматом. Это разные солдаты. Все, ничего не, больше нет. У меня только солдаты есть. Это вообще гренадер какой-то. Так, это кто у нас? Это царская Россия. Такой вот он. Это Красная Армия. Это или десантник, или морской десантник. В общем, по-моему, какой-то десантник. Я так думаю, по крайней мере. Так, это я тоже думаю из... Ну, знаменосец из Красной Армии. Еще тогда, вот, когда революция была. Так, я не знаю, принадлежат ли они все одной коллекции. Честно сказать, я не знаю, что это за солдаты. Я знаю только, что вот такие фигурки клались в подарок на Новый год в конфеты. В каждом подарке одна фигурка была. Вот эта фигурка была тоже в подарке. И вот это тоже было. А вот про эти, вот это и вот это, по-моему, это две разные серии. Это вот одна побольше, а это вот одна поменьше. Ну вот как-то так вот я думаю. Сашок, так нельзя кидаться. Сашок, нельзя так кидаться, понял? Больше не кидай, не кидай больше. Уже бабушка тебе сказала, чужая. Нельзя кидаться так, Сашок. Саш, ты лучше покажи, как ты грабельками. Давай дорогу сделаем для машинки. Давай. Нет, как это уже? Ну, дорогу прокопаем. Вот смотри, вот так. Раз. А машинка по ней поедет. Так, и дальше продолжаю ее. Вот такая дорога. Рисуй граблями. Ой, упал. Не упал. Вон там лежат наши солдатики. Все сделал, а теперь машинку бери. Вот эта машинка была в киндер-сюрпризе в большом, в самом большом. Да, теперь она инерционная. Давай, теперь машинкой ехай по этой дороге. А ты сильно так не нажимай. Вон она прекрасно едет. Ну, сильно не нажимай и поехали. Давай. Давай, давай, давай. А, вот так. Это что, у тебя гараж для машинки в виде машинки? Да. Ух ты, круто. Она... Так даже я не придумала. А еще мне нравится вот эта лопата. Попробуй тоже что-нибудь покопать. Она вот... Такая ловкая. Она... Ох, какая хорошая лопата. Вот ее... Дай мне самолет. Куда ты его потащил? Я его приготовила. Ну-ка, положи самолет вот сюда. Дай самолет. Я же хочу куличик сделать, а ты взял и утащил у меня самолет. Ну-ка, еще немножко туда песка. И еще немножко песка. Так не получится. Почему? Все получается. А я хочу. А я хочу. А я хочу. Сам поднимешь? Ну, посмотрим, что там получается. Давай, давай, давай. А-а-а! Песчаный самолет. Крылья оторвались. Все. А теперь это что будет? Теперь это будет тортик, вырезанный формочкой от самолета. Все. Ай-яй-яй. Это типа ты съел? Да. Ну, ладно. Вкусно было хоть?
Маме не дал попробовать? Ну говори, всем пока. Нет, всем привет. Всем привет. Ну ладно, всем пока.